еще и подсадка будет. Ой-ой-ой, здесь срывается классный тайминг. Минус Флюша, минус Кримс. Этого не ожидали. И можно уже выигрывать раунд. Тот же Ви забирает Эдварда. Голден за плентом. На точке Б будет раскидка именно этой позиции. Выход на капитана команды Fnatic. Нужно отрабатывать. Флешка полетела. Голден выпад. И никого не забирает. Здесь уже третий минус. Ведет свою команду вперед к победе. Ну вот не хватало этого команде Na'Vi, чтобы кто-то где-то проявил инициативу и включился в раунд. Да. Вот Зевс сейчас включается, забирает троих, и Натус Винсера, судя по всему, возьмут пятый раунд. 1-3. Лекро выход в никуда, тоже довольно странный такой мув. Сразу же в смог.